Ориентийский, галерея Уфиц, и переживает расцвет свой. Во-первых, что есть деньги на такую реставрацию, вы просто не понимаете, какие это колоссальные вложения, чтобы реставрировать Леонардо да Винчи. Начнем с того, что специалистов, которые делают серьезные реставрации периода эпохи Возрождения, их во всем мире единицы, их очень мало. Те, которые, так сказать, допущены, которым доверяют реставрировать такого уровня работы. Второй момент. В связи с тем, что их мало, в связи с тем, что это уникальные специалисты, которые могут писать Сфумато леонардовская, они стоят сумасшедших денег. То есть такой реставратор стоит, как, я не знаю, как генеральный директор какого-нибудь предприятия. То есть что Флоренция нашла деньги на таких специалистов, это огромное счастье наше всеобщее, что это произошло. И поэтому я хочу сказать, что мы не просто в музей попали, не просто во Флоренцию, которая всегда находит какие-то струнки в душе каждого туриста. В Флоренции есть за какую струну дернуть, чтобы мы раскрылись ей навстречу. И нам вообще, вот мой фарт, я о нем всегда говорю, не боюсь глазить, потому что это уже на протяжении стольких лет происходит, что уже можно... Говорите вы, не говорите вы. Это вот у меня есть такая особенность. В плане истории искусства, в плане музеев, галерей, мне везет так, что это похоже на какую-то магию. Вот я вам расскажу несколько моментов, чтобы вы уже понимали от начала до конца. Тот момент, который, девочки, кто со мной ездил в эту поездку, в Италии не дадут соврать. Значит, когда мы в Киеве, так сказать, этот тур создавался, прописывался по всем музеям, галереям, я четко забронировала музей Ватикана, потому что туда без брони можно стоять целый день и вообще попасть, непонятно попасть или не попасть. Уфицы, потому что тоже с бронью мы зашли гораздо быстрее, чем мы бы стояли без брони и так далее. Единственное, что у меня вылетело, вот знаете, был чистый лист бумаги. Мы не бронировали Бургезе. И когда я очнулась, что вот мы в Риме будем в Бургезе, уже было поздно бронировать. Ну вот, я думаю, что тут интересно ваше мнение. По мне было видно, что я волнуюсь, что мы не попадем в Бургезе. Я были совершенно уверена, мы даже не успели оглянуться. Она все же да. Значит, все мои подружки искусствоведы, все любители искусства, с которыми я общаюсь, мне все хором и по очереди говорили, ты не попадешь в Бургезе. Это нереально. В Бургезе надо только бронироваться. И в Бургезе без брони не пускают. Все, до свидания. Свидетели подтвердят, что мы спокойно зашли, купили билеты и пошли. То есть у всех просто волосы дыбом, глаза на выходе. И мне директриса нашего агентства, которая нас отправляла, говорит, Анна Васильевна, я не знаю, что у вас такое. Группа, которая ехала на второй день после вас, не попала в Бургезе. Наш римский гид нам сказала, куда мы так сорванули? Мы не в Бургезе. Они что, брони на время? Нет, они никакой брони нет. Ой, не попадут они туда в Бургезе. Ну, мы так себе тоже расслабились. Думаю, ну, уже было поздно, чтобы бежать, звонить, говорить, уже уехали. Ну, приезжают все счастливые, попали. Второй, ну, вот предыдущий, я не помню, Танечка, ты была в том туре или нет, значит, мы попали в Будапешт, собственно говоря, ради этой выставки я туда и поехала. В Будапеште была выставка Пикассо и Модельяне в музее на Будайской стороне, непривычные, необычные, то есть из тех музеев, в которых есть картины этих художников, но которые... Мы про эти музеи ничего не знаем. Например, Израиль. Я никогда не знала, что в Израиле есть Модельяне. Или, например, Пикассо из музея в Малаге пол своей коллекции отдал на эту, на минуточку выставку. То есть
если не едешь и случайно в этих провинциальных музеях не попадешь на эти шедевры, ты их не увидишь никогда. Значит, мне моя, значит, дотошная подруга Романова, искусствовед, она посмотрела, говорит: Аня, ты в Будапеште в понедельник, ты в ажиотаже подготовки не заметила, что в понедельник попадаешь. А понедельник, все музеи мира, как правило, в понедельник закрыты, и наши в том числе. То есть понедельник — это глухой день, если вы едете смотреть музеи в какой-то поездки попадаете, то вы никогда не попадете. Ну, я, значит, сцепила зубы, ради чего ехала, значит, ничего. Мы идем, нас проводит экскурсию, замечательная Наташенька такая. И подводит нас вплотную ко входу в этот музей. Говорит: как жаль, вот в этом музее такая замечательная выставка Пикассо и Модельяни, но, к сожалению, сегодня понедельник. Говорит человек, который... Она живет в Будапеште, она все знает. И вдруг я вижу, что из двери музея выходят посетители. И я со мной шустра была, обычно я так не поступаю. Но я говорю Антону: бегом! И группа осталась, значит, с Наташей, она продолжала экскурсию, а мы бегом в музей. Оказывается, в связи с большой популярностью этой экспозиции, музей отменил понедельник как выходной. И мы спокойно зашли и посмотрели все уникальное, что вообще этого Пикассо никто никогда не видел, из запасников дали. Этого Модельяне тоже никто не увидел, потому что никому не придет в голову ехать в Израиль смотреть Модельяне. В этом смысле, вот как-то, или музей, опять-таки, в Будапеште, перед закрытием они решили, значит, они обратились к своему Урбану, к президенту Венгрии, с просьбой, чтобы они проведут серьезную выставку, и у них спонсоры нашлись, на минуточку, Nike и PepsiCo. Такие товарищи хорошие. Выставку весь Караваджо. Привезли Караваджо со всего мира в музей в Будапеште. Несколько лет тому назад. И деньги, чтобы пошли на реставрацию музея, чтобы не отдавать их государству. Вот сколько заработают, все это. И Урбан сказал: хорошо, зарабатывай. И очередь стояла, вот как в советские времена стояла очередь в мавзолей. То есть 10 человек в одном ряду, и очередь, если кто бывал в Будапеште, площадь героев, там, где памятник вот этим королям, начиналась возле последнего короля, а заканчивалась, значит, вот уже у кассы музея. Неслыханно. И, значит, моя подруга, с которой я вместе ехала, тоже искусствовед, она говорит: Аня, ну это немыслимо, мы будем двое суток стоять на этого Караваджо, это просто можно сойти с ума. По-венгерски я не понимаю, не читаю, не говорю. Но вот бывают такие моменты прояснения рассудка. Боковая дверь, где что-то написано по-венгерски. Я на голубом глазу не знаю, откуда я это знаю. Я говорю: там написано только для специалистов. Маша на меня так смотрит и говорит: ты с ума сошла? Это ж по-венгерски. Я говорю: я не сошла с ума, но я откуда-то знаю, что там вот так написано. Мы заходим в эту дверь. Мы показываем наше удостоверение. Пожалуйста, welcome. И мы спокойно прошли на Караваджо, не стоя ни одной секунды в этой очереди. Ну так. Поэтому к вопросу о том, что вот какие-то вещи интересные, хорошие происходят, связанные с искусством, для меня это, в общем-то, нормально, и тот мир, в котором я живу, и поэтому посещение Уфицы в этот раз принесло огромное наслаждение. Тут очень много есть моментов, которые я вам расскажу.